Всем привет, дорогие друзья! И вы на канале Dreamy Dreamer. И это обзор вещей, принадлежностей для лечения, для медицины с мастер-класса на канале Зеленоглазкого ПИС. Я сразу вам сказала, чтобы вы не начинали бунтовать или делать что-то еще, устраивать большой спор в комментариях. Но давайте приступим. И первое, что я сделала, это вот такой вот шприц. Я его не стала вклеивать. И вот так вот сделала так, чтобы поршень мог выдвигаться. И снова его делать как иглу. Самое больное в уколе, это не когда иголка впивается в попу, а тогда, когда лекарство. Уже вводит лекарства. И следующее, это такой аппарат. Я не знаю, если честно, как он называется. Напишите в комментариях. Вот. Ну, вы уже поняли. Он скручен из проволоки, а вместо бусин приклеен стразин. И вот так вот он выглядит рядом с пэтом. Он довольно-таки длинный. И, кстати, сам пэт в костюмчике. И еще на заднем плане больница. И там есть даже облачко. И еще что я тут сделала, Я сделала вот такой вот градусник, это какая-то картошечка с точечками, полосочкой, но все же думаю, что я потом ее переделаю. Вот. Ну, ролик подошел к концу, он коротенький, потому что я сделала мало чего из ее мастер-класса. Ну что ж, всем спасибо, особенно Зеленоглазкому ПИС, всем удачи и всем пока.